Уже вечер. Компания на том же месте, в том же составе. Пять котов и Фрося. Четыре кота и Фрося. Два первородных. Это вот она ноги свои, лапы свои вытягивает. Смотрите, какая красивая полосочка там у ней тигровая. Два первородных. И два второродных, вот там посередке в куче. Вот, выкручивается один из них, а тот вот повернулся мордашка до двери и спит. Вот так они провели день. На этих табуретках скоро будет кырдык. Для ихнего этого отдыха и перебазируются они в малиновый сарайчик, в свои апартаменты кошачьего домика. Здесь они кушали, там вот суп, что-то они даже мало съели вот тех вот мясынок обрезанных, а там творожок, ну сколько осталось, но я туда просто периодически подливаю и подсыпаю. Угу, ну нормально, пол надо будет помыть еще. Короче, вот такая мирная компания. На стрёме. Видите, Фрося на страже. А почему? Сейчас все попросыпаются. О! А, потягивается, я думала, по морде Фрося. А вот там малыш, видите? Между первородными, он малыш еще спит, ладно. Маленьким. Залез прямо вот туда вот. А почему они зашевелились? Сейчас покажу. Вот два пеленгасики лежат. Я почистила их. Сейчас разделаю. Борислав поймал два пеленгасика в нашем ставку. Там кто на кого рычит? Эй, Фрусь, ты чё? Короче. Вот я сейчас с голов и хвостиков, ну, может, там внутри что-то такое есть, сварю им юшку. Ну, а нам все остальное. Вот так вот. Здесь уже водичка закипает. Да, закипает. Вот это пеленгасик. Это нам еда. А вот это... еда котят. Это просто водичка. Здесь жар. Такой пар. На улице уже ночь. Такая ночь. Вернее, только еще нет, даже 8 часов вечера, у соседей огоньки. А вот там у соседей огоньки. У нас в Украине перевод часов сегодня на час назад. У нас начинается типа зимнее время. Это нам очень нравится, потому что мы имеем
дополнительный час времени, откуда-то взявшийся. Время на 1 час растянулось. Таким образом, сейчас еще нет 8 часов вечера. Но через час-другой мы уезжаем в город. Я без фонарика. Там летняя кухня виднеется. Фонарь дает такой свет интересный. Чё попало. Тепло. Ну, если учесть, что это... Не помню, какое число, но пару последних дней в октябре месяце. То тепло, сейчас теплый ветер. Чуть-чуть с прохладцей. Это огонек соседей. Это наши окна. Я их приглаживаю, если кто-то начинает рычать, и они дружненько, вот здесь вот лежит 5 котов, можно сказать, 2 взрослых, 2 малыша и Фруся, мамаша Фруся. Посмотрите на эту компанию кошачью. О, надо взять фонарик. Ладно, включу свет. Куча. Так, кто это на меня смотрит? Это, по-моему, первородный. Здесь вот, вот эта вот мордашечка. Вот. Короче, 3 мордашечки. Одна из них это второродный малыш. Кот. И вот эти 2 мордашечки это первородные. Отпрыгнула первородная одна. Значит, вот это вот первородная котик. Первородный. А вот это вот Фруся, ой, сейчас она, они все реагируют на мой голос. Вот, короче, она посередке. Вот смотрите, вот это она посередке между этими 2 головками. Это ее 2 сыночка. Это ее 2 сыночка, которые, вот сейчас она, вот там вот ее голова. А около ее головы вот этот малыш второродный. А вот этот вот хлебает где-то. Вот здесь вот хлебает, я услышала. Вот здесь вот творожок с молочком. Это ихний десерт. Молочко теплое, но они теплые любят. Холодные. Они, конечно, кушают, если голодные. Но они, конечно, все любят тепленькие. Ну, вот так мы живем на хуторе. Сонные. В малиновом сарайчике. Вам же там добро, тепло, но нас там нет. Здесь чуть-чуть не так тепло на ихней лежанке, но зато мы здесь рядом. И столовка тоже рядом. Вот здесь стоит ихний домик. Это моя полочка. Здесь стол. Здесь моя хозяйственная полочка. А вот это их домик. И они не любят там сидеть, потому что они любят высоту. Вот я уже наговорила. А этот наплямкал. Они очень хорошо реагируют на этот звук хлебания кого-то.
пока средний возраст отдыхает. Молодежь резвится. Пораскидывали обувь, посдвигали. Со шнурками интересно играть. И непонятно, ищем еще. Друг с дружкой прячутся. Пытался засунуть голову вот туда вот, в кроссовок Борислава, не получилось. Не поместилась головушка. Но вот так играть между обувью им нравится. И это получается. А там молодежь вроде пытается спать. Так. Спрятался. Так, где ж ты спрятался? А, вон спрятался. Сейчас в корзину залезет, а там яйца. Ай-яй-яй, не лезь туда. Я завтра взял этот комп на работу, показал его Андрею. Ой, я бы вам помогла. Сейчас проснется вся компания. Смотрите, как смотрит. Это один из этих. Ты чё вытаращился? Спи давай. А Фрося вот с краю лежит. Это Фрося. Значит, в двух тарелочках это пеленгас кошачий. Здесь творог с молоком. Здесь вот творог с молоком. Это десерт. Взрослые кушают, малые прыгают. Короче, между обувью устроили себе аттракцион. Это уже, наверное, часа два они прыгают здесь. Я только успеваю равнять эту обувь. Они ее опять сдвигают. Кушать они не хотят. Некоторую шкотку делают по ходу игры. Взрослые едят пеленгасик. Почти что жрут, потому что такие звуки издают. Вроде они никогда не кушали. Главное, чтобы не подавились никакой косточкой. Ты чё, Фрось или кто? Достаточно же и еды, и места.
В одной руке держу фонарик, в другой камеру. Сейчас приглажу их. Вот это лежанка, дневная лежанка. Покушал и свернулся клубочком. Лежит. Фруся здесь на свою лежанку и облизывается. Сейчас надо подсветочку сделать. Отвернулась. Это свернулась клубочком. Глаза открыты. Не понял. Нет, закрыты. Так. Когда-то мы пользовались баллоном. Баллон для газа куда полез? Фруся. Фрусечка. Это ж твои деточки. Никто ж тебе не угрожает, а ты тоже не бойся. Все места хватит здесь. Чего ж ты так в стороночке? А вот эта территория. Масенька. Они любят в куче. Просто кучи лежат друг на друге. Ну вы это уже видели. Фросечка, ты ж хорошая мамочка. Чего ты рыкаешь? Тебе... Ты чё, Фрось? Что такое? Лежит всех подряд. Тут рычит и тут же ли облизывает. Масечка.
прыгаешься. И два первородных, два маленьких, два средненьких и Фруся взрослая. Вот это они в этой куче. Мордочку Фруся лыской. Зачем это ему? Не понимаю. Инстинкт. Искренний этап. А это голову туда и спит. Что это?